Раз в месяц 82-летняя Сумика Ивамура меняет кухню ресторана на танцплощадку. В этом токийском клубе ее знают как диджея Сумирок. Такую двойную жизнь японская бабушка ведет уже несколько лет. Надев кепку и темные очки, Сумика самозабвенно развлекает публику. За диджейским пультом чувствует себя как рыба в воде. В основном включаю техно, но одно и то же это скучно, поэтому добавляю джаз, французский шансон, а сегодня немного классики. Сумирок – самый пожилой диджей в Азии. Ее дискотеки очень популярны. У нее есть энергетика, которую не ограничивает возраст. Она не уступает ни одному молодому человеку здесь. Она и правда классная. А для японской бабушки главное порадовать публику. Я просто хочу правильно подобрать ритм и музыку. И самая лучшая награда, когда молодежи нравится под это танцевать. Музыкой в стиле техно Сумико увлеклась, когда ей было за 70. До этого большую часть жизни проработала поваром в семейном ресторане. Родню бабушки необычное хобби не смущает. Я в музыке не очень понимаю, поэтому мы просто не мешаем ей делать то, чего ей хочется. Японская бабушка вновь доказала, никогда не поздно осуществить мечту. Правда, теперь у нее появилась еще одна – встать за диджейский пульт на сцене нью-йоркского клуба.